Приветствую вас. Как мне кажется, проблема здесь немножечко в другом. То есть да, то, что мой коллега вам сказал, это, безусловно, очень важно. Вот. Но это не единственная причина, точнее, даже не причина. То, что вы описываете, это скорее следствие. Это скорее следствие первоначальной проблемы, которая, скорее всего, кроется либо в каждом из вас, ну, например, в том, что вы молодые относительно, да, то есть 24 года, 5 лет в браке, то есть, соответственно, в 19 лет вы поженились, вот, наверное, еще какое-то время вы же встречались, то есть, скорее всего, там, ну, довольно маленькими вы были, когда начали взаимодействовать, да, начали встречаться. Вот. И сейчас, когда вы уже подросли, когда вы уже поняли, что такое жизнь, да, когда столкнулись со взрослой жизнью и наступила такая, может быть, активная фаза взросления у вас, у каждого из вас, ну, может быть, у вас, как у женщины, эта фаза, может быть, ну, более активно развивается у мужчины, может быть, в силу того, что он мужчина, менее активно развивается, да, вот. Но правда заключается в том, что изменения происходят. И напряженные отношения между вами, как, которые вы описываете, да, напряженные отношения между вами, они имеют под собой причину. Они имеют под собой основание. И еще раз повторяю, основание здесь не в том, что произошло вот с долгами там и так далее. Хотя долги, безусловно, и играют роль. Дело не в долгах. Дело в том, с каких пор у вас отношения напряженные. Почему они напряженные? Почему никто из вас не делает ничего для того, чтобы эту напряженность убрать? Ну, хочет мужчина работать на этой работе. Ну, пусть работает. Пусть работает. Вследствие чего он пошел туда работать, например? Вследствие денег, вследствие того, чтобы избавляться от долгов, хорошо. Но если он избавляется от долгов, то получается, что вы-то сами живете не посредством, раз-два долгов очень много. И почему долгов много у вас? Ну, как бы вот вы говорите у вас. Кто конкретно там долги брал? Из-за чего вообще, ну, долги появились? Как так вышло, что, ну, что вы оказались в долгах? Это же не происходит, да, перманентно. Значит, как-то вы свою там семейную жизнь выстраивали, да, как-то вы там, ну, договаривались об ответном доходе как-то, понимаете, вот, что-то там еще делали, какие-то вещи, понимаете, да, вот, то есть все вот это важно. Эти моменты важны, а не то, что вы говорите, как мужу вбить в голову, что там нужно работать на другой работе.
мужа все устраивает. Знаете, какой момент? И пока мужа все устраивает, ситуация не изменится. Как бы мужчина не такое существо, не такой партнер, не такой субъект, который будет что-либо менять, если его все устраивает. Поэтому думать нужно не о том, как ему вот вбить в голову, чтобы он работал наконец на той работе, где хотели бы вы его видеть, да? А нужно подумать, как вывести его из зоны комфорта именно вам, как это сделать, чтобы его, грубо говоря, перестало устраивать все. Вот. Вот что важно. Понимаете, а не то, что вы говорите вот о решении какой-то проблемы, ну, одной. Понимаете? Решение одной проблемы не исправит вашу общую напряженность в семье. Знаете, в чем дело? Если вы говорите, что что я, например, там думаю, чтобы уйти, вот вы говорите, да, я думаю, чтобы там уже задумываюсь о том, чтобы уйти, да, вот как вы говорите, то это как бы проблема серьезная. Это проблема того, что вы, проблема того, насколько вы готовы работать над отношениями, ну, сами вот вы, насколько вы готовы их гармонизировать, потому что уйти, это не выбор. Как бы вы, ну, куда вы уйдете? Кому вы идете? Ну, хорошо, уйдете вы, а дальше что будет? Как бы проблема не изменится, если вы отношения выстраиваете вот так, как вы выстраиваете их, да, то уходите вы, не уходите вы, мало что изменится. Знаете, в чем дело? Вам сперва нужно вот определиться, как вообще получилось так, что вы 24 года, да, уже там детишек завели себе и, в общем-то, у вас долги и так далее. То есть есть ощущение, что вы живете, вот знаете, такой вот не очень взрослой позиции, оба. И от каждого вы требуете чего-то. То есть вы как бы говорите, вот, давай ты будь взрослым. А как бы мужчина вам опять говорит, нет, это ты будь взрослым. Вот. А вы ему говорите, нет, почему я должна быть взрослой, да, когда ты мужчина. Вот. Вот ты мужчина, да, ты будь как бы взрослый. Значит, смотрите. Во-первых, ваш стиль написания текста. Я не знаю, зачем вы так текст писали, да, то есть как бы, ну, вот, с психологической точки зрения это означает, что вы пытаетесь дистанцироваться от проблемы. Вот. То есть просто дистанцироваться, показать, что вас это либо не волнует, либо вы как-то защищаетесь. Вот. То есть вы здесь, не искренне. Вот, вы здесь пытаетесь как-то вот, найти, может быть, выход, да, но при этом вот это вот ваше такое вот механистичное отображение вообще того, что вас беспокоит, да, такое механистичное отражение того, что вас беспокоит. Ну, говорит о том, что
Эмоционально вы отдаляете. Эмоционально вы отдалены. Вот. Если вы отдалены эмоционально, то как вам, ну опять же, как правильно сказал мой коллега, да, что если вы эмоционально отдалены, то, соответственно, мужчина не может это не чувствовать. Да? Ну вот. Второе. По поводу долгов. Как бы, ну, если вот вы долги, значит, вы влезли в долги, значит, чем-то руководствовали, чем-то руководствовали, чего-то хотели, ну, наверное, чего-то хотели, ну, скорее всего, да, чего-то хотели, вот, чего хотели. Зачем хотели? Получили ли то, чего хотели? Знаете, какая штука? Вот. Если получили, то, ну, может быть, стоит как-то это отреагировать. Стоит, может быть, как-то это оприметиться. Если не получили, вот, то, соответственно, вопрос возникает, почему не получили? Как ваш муж относится к тому, что вы в долгах? Понимаете, какая штука? Вот. То у меня такое ощущение, что вы одна боретесь с этим. А изначально чего хотели-то вообще? Вот. Дети зачем? Два. Вот. Вы говорите, долгов очень, очень много, устроиться на работу сложно, но можно. Устроиться на работу сложно, но можно кому? Вы о ком говорите? Вы говорите о себе или вы говорите о мужчине? Вот. То есть непонятно. Если, например, вам на работу устроиться, ну, можно. Устраивайтесь. Вы работаете дома. Если вы считаете, что мужчина может устроиться на работу, мужчина может устроиться на работу, то есть это сложно, но можно мужчине устроиться на работу, то опять же, я не знаю, как вы на это отреагируете, но вы решаете за него этот вопрос. То есть вы говорите ему, как бы, на работу устроиться сложно, но можно. Ну раз можно, ну давай устраивайся тогда. Вот. Чего ты не хочешь, как бы, устраивать на работу? Ну, можно же, можно, так устраиваешься. Чего ты не хочешь говорить, как бы, ну, как бы вы ему говорите, как бы. Я не говорю, что вы там именно так ему говорите, но там вот так. То есть определите, за кого вы решаете сейчас, чья это позиция. Вот эта позиция у вас, чья она. Родительская ли им? Детская или отражает ли она, например, ваше желание, отражает ли она то, чего вам хочется, или все-таки эта позиция там, ну, какая-то вот другая. То есть откуда вы знаете, что на работу устроиться сложно, но можно? Как бы за кого вы это решаете? За кого и почему? Вот какой момент интересует именно меня в этой ситуации. Понимаете, да? О чем идет речь? Дальше. Ну, как бы, женщина работает дома, в интернете. Получает немного, но на кормление семьи хватает. Но вы знаете, на прокорм двух взрослых людей и, значит,
ребенка и двух детей маленьких, знаете, это довольно приличная сумма получается. То есть вы здесь явно, на мой взгляд, скромничаете немного. Вот. Интересно, кстати говоря, почему вы скромничаете? Мужчина устроился на работу на машине. Так, сноска. Жена категорически против такой работы по объективным соображениям. Умудряется накатывать по 5-10 тысяч штрафов за неделю, плюс моральным были некоторые неприятные моменты загула. Это не объективная причина. Это ваша причина. Это ваши причины, причем это причины, которые обусловлены вашими отношениями. То есть, как бы, простите, но ничего объективного в этом нет, абсолютно. А если вы считаете, что мужчина, ну, так работать, например, не должен, да, ну, допустим, вот, то, соответственно, опять же, нужно сделать так, чтобы он не хотел работать. Так. У вас же это, знаете, ну, у вас это выглядит так, как будто, знаете, мужчина вам прямо должен вам. Вот. Ну, я скажу, да, что он не должен. То есть мужчина все равно сам решает, как. Вот он решил, что он будет работать на машине. Окей. 5-10 тысяч там наезжает, да, штрафов, например. Окей. Хорошо. Значит, пусть сам за них и отдувается. За эти штрафы. Вот. Вы-то здесь при чем? Понимаете, какая вещь? О. Загулы. Опять же, загулы — это что? Это накопление негатива. То есть мужчина таким образом пытается как-то реализовать себя, пытается как-то реализовать свои какие-то, может быть, желания, которые он у него не получается реализовать, да, и так далее. Вот. То есть это вопрос уже такой. Это вопрос уже такой, понимаете, это вопрос как раз-таки объективный, не объективный, очень, а очень субъективный. И как бы очень печально, что вы называете эти причины объективными. Это причины, еще раз повторю, эти причины обусловлены вашими отношениями с мужчиной. И они не объективны. Тот, кто мужчина накатывает 10-15 тысяч штрафа, бунтует. Против чего бунтует? Против кого бунтует? Ну, против, вероятно, давления, которое на него оказывается в семье. Против, вероятно, того напряжения, которое у него вот есть, ну, опять же, в семье. И вам, да, это прозвучит, боюсь, неприятно, но вам нужно постараться сделать так, чтобы давление этого было меньше, чтобы мужчина был поспокойнее. Ну. Если это вам сложно сделать, ну, по ряду причин, тогда, может быть, действительно имеет смысл какое-то время, ну, побыть раздельно друг от друга. Если вы не можете человеку дать как бы успокоение, чтобы он приходил домой, да, и ему как бы было хорошо. Чтобы он приходил домой, и ему как бы было нормально, чтобы ему не хотелось там вот устраивать там штрафы, да, там, и так далее, и так далее, и так далее. Вот.
Загулы-то были, почему? Понимаете? И для чего были загулы? Причина загулов-то в чем? Изначально. Понимаете, в чем дело? Вот. Вы же об этом не пишете ничего. Загулы есть, а причины загул нет. Причин загулов нет. Но это вот такая позиция, знаете, немного лукавая. Как? Ну, то есть на загулах, за загулы, на вас 50% ответственности лежит. Не только на мужчине, как и на моральном, то, что связано с мошенницей под попой у супруга. То есть, ну, мужчина загуливал, да, с автомобилем. А вы ему потом там, устраивали скандал, да, наверное. Ну, скорее всего. Вот. То есть вместо того, чтобы спросить просто, зачем ты это сделал, да, почему ты это сделал. Вот. Вы скандал. Ну вот, я бы здесь спросил бы вас, это вот, ну, нормальная позиция, по вашему мнению, такая вот, или нет? Ну, просто подумайте, если. Дальше. Вопрос. Значит, муж уходит на работу в 4-5 утра, приезжает в 9-11 вечера, получает за день работы 1500 рублей. Ну, хочет это получать. Неплохо. График 5-2, Московская область. Под нетом долгов. Вообще-то обязанности мужчины. Стоит попытка вбить в голову, что если ты столько работаешь, то устроиться на работу попроще. Так, ну, давайте разбираться. Под гнетом долгов и вообще-то обязанностью мужчины. Вот, проясните, пожалуйста. Вы говорите, под гнетом долгов и вообще-то обязанностью мужчины. То есть, звучит как бы претензия, что мужчина должен какие-то обязанности выполнять, да, но не выполняет. Нехороший такой человек. Ого. И вы как бы его, значит, ну, напоминаете ему о том, что у него есть обязанности, которые он должен выполнять. Так получается? Или как? А почему вы на себя как бы берете эти обязанности, если это обязанности мужчины. То есть вы сами говорите, что это обязанности мужчины, да? Но почему-то вы, они говорите вы, не мужчина сам их выполняет, да? А вы о них говорите. Вот у меня к вам вопрос, почему так? Почему вы о них говорите, а не сам мужчина? Вот, может быть, именно поэтому мужчина и не хочет выполнять обязанности свои, потому что у него есть вы, которая лучше, чем он, знает, что ему нужно делать. Вы мужчине вообще как бы позволяли, ну, самому как-то вот вам какой-то план предоставить? Вы мужчине позволяли самому как-то вот вопросы решать? Если он не справлялся, потом указывали ему, что он не справлялся? Вот так вот спокойно, значит, ну, без скандалов, без каких-то упреков и так далее, просто спокойно, вот ты говорил, да, и так не получилось, ну, как вот,
как ты говорил, и что будем делать дальше, как, что ты предлагаешь, вот. Конкретно, что ты предлагаешь. Были такие у вас разговоры с мужчиной? Если были, то к чему приводили? Если не было, то почему не было? Понимаете, ну вот если вы работаете, то я понимаю, долги и все, но вы же их брали, эти долги вместе. Вы же их для чего-то брали. Получается, что как бы, ну, мужчина, он виноват один в том, что вы имеете эти долги. Правильно ли это? Насколько это правильно? Это, на мой взгляд, вы здесь заняли такую прям, ну, очень прямо жесткую такую позицию. Вы взяли жесткую позицию родителя по отношению к своему мужчине. Вот. И это, мне кажется, довольно вредит вашим взаимоотношениям с ним. Вот. Потому что, ну, нельзя адекватно выстраивать отношения, да, если как бы вы вот так вот относитесь к своему мужу. То есть к мужу нужно относиться как? С уважением. Если с уважением относиться не можете, значит, он уважения не заслуживает. Если он уважения не заслуживает, значит, к нему нужно относиться соответствующе. Как к человеку, который уважения не заслуживает. Вот. А вы вроде бы его и, ну, и вроде бы и с уважением к нему не относитесь. Да? И в то же время, ну, вообще не уходите, да, то есть не показываете, не демонстрируете, наоборот, пытаетесь что-то в голову вбить, перевоспитать, там и так далее. Вот. Мужчине не нужно, чтобы вы его перевоспитывали. Знаете, какая штука? Вот. Мужчине не нужно, чтобы его перевоспитывали. Мужчине, если это мужчина, вот, ему нужна просто женщина, которая, ну, принимала бы его, понимала бы его, любила бы его, уважала бы его, ценила бы его, вот. Знаете, какая штука? Но не перевоспитывала бы его. Потому что перевоспитанием занимается все-таки кто? Вот. Кто занимается перевоспитанием? Родители. Да, ну вы же не его родитель, да? Правильно? Вот. Ну поэтому, наверное, не надо перевоспитывать. Если вас не устраивает его поведение, вот не выстраивает, как он себя ведет, например. Ну так просто сами свое поведение корректируйте, и все. Вот, это будет, по крайней мере, справедливо. Ну, гораздо более справедливо, чем то, что вы делаете сейчас. И уж точно как бы это, ну, не приблизит вас. Значит, к тому, чтобы он сделал то, что вы хотите. Вот. Потому что у мужчины, скорее всего, дух противоречия будет, ну, по отношению к вам. Вот. Да, я понимаю, это неприятно, но тем не менее, вы же женщина. Вы женщина, а вы с ним конкурируете. Я имею в виду в плане работы, там указываете ему что-то и так далее. О.
Я понимаю, да, я понимаю, выбора нет, может быть, я понимаю. Вы поймите правильно, я понимаю эти вещи. Вот. Но я также понимаю и то, что если ничего не изменить, вот в том, что вы делаете, если ничего не исправить в том, что вы делаете, то ситуация лучше не будет. Понимаете, какая штука? Вот. Она будет, может быть, даже хуже только. Вот. А вы же уходить не хотите, да? Как я понял, вы хотели бы побороться за отношения. Ну, а если хотите бороться за отношения, так нужно гармонии какой-то стараться приходить. Правильно, нет? Как вы думаете? Вот. Так что, в этот момент его обязательно нужно обдумать вам. Именно вам обдумать нужно. Дальше, значит, так. Так, в ответ от супруга огрызание, найди мне работу, все у тебя легко, надоело, меня это устраивает. Ну, понимаете, вы нам сейчас на него жалуетесь, вы нам сейчас на него жалуетесь, я понимаю, ну, во-первых, если он предлагает вам найти работу, найдите ему работу. То есть, по крайней мере, сделайте это. Просто предложите ему какой-нибудь готовый уже вариант. Показать, что это не просто слова, а не просто там упреки. Во-вторых, если он считает, что все легко, вот, то, соответственно, наверное, у него есть какие-то основания, может быть, так считать. Вот. Соответственно, если есть основания, то, ну, меня интересует вопрос, что это за основания такие. Вот. Почему говорят, что у тебя все легко? Вот. Почему он, ну, так может сказать вам? Что у вас за отношения такие? Как разрешить конфликт? Ну, я вам, в принципе, на этот вопрос отвечаю. Все доводы в пользу того, что семье нужно хотя бы, как бы, внимание, бесполезны. Ответ от мужчины: нужны деньги. Ну и денег же нет. Понимаете, ну, говоря о внимании, вы, конечно, предъявляете мужчине претензии. То есть вы как бы говорите ему, что вот ты должен нам внимание и так далее. Вот. Ну, на мой взгляд, это не самый конструктивный способ получить от мужчины внимание. Вот. На мой взгляд. А если вам хочется внимания от мужчины, то сделайте так, чтобы ему захотелось вам его дарить, а не требуйте. Вам самой было бы приятно. Было бы приятно, если бы, ну, вам дарили бы внимание, значит, только потому, что вы попросили, например. Но я думаю, что нет. Думаю, что не было бы. Скорее всего. Ну вот, а чего ж тогда вы просите, требуете? Если вы говорите про деньги, про то, что долги, ну, так мужчина как может, так и зарабатывает.
Вот. Кстати, вы за него решаете, что ему нужно там на двух работах работать. Так, ну зачем? Зачем? Зачем за него решать? Что? Вы женщина. Если вы хотите внимания, будьте женщиной. О. Ага. Как бы если вы вот, ну, если вы, понимаете, если вы ведете себя как конкурент мужчине, а мне вот кажется, что он вас видит конкурента такого. Вот. Ну так ничему удивляться, что чему удивляться, что мужчина не проявляет к вам внимания. Он не может к вам внимания проявить. Потому что вы ведете себя как мужчина. Ну, по его мнению. Как бы с его позиции. Не говорю, что вы действительно мужчина, да? Нет, я не говорю. Просто вот такая штука, и как бы, ну, это нельзя игнорировать, то, что происходит. Нельзя игнорировать потребность вашего мужа в чем-то. И он тоже не должен игнорировать ваши потребности. Вот. Понимаете, в чем дело? И он тоже не должен, да. Поэтому сперва попробуйте прислушаться к тому, чего мужчина хочет вообще. Вот. Что ему нужно. Что бы ему хотелось, чего бы он желал. Вот. А после уже, вот, удовлетворив его потребность, да, значит, удовлетворив его желание, дав ему, предоставив ему то, чего он хочет, предоставив ему то, чего он желает, вы уже можете говорить как бы о том, что он там, ну, должен, или что ему нужно сделать, и так далее. Вот. А пока, ну, пока, вот, пока ситуация такая вот, что вы друг от друга требуете постоянно много чего требуете друг от друга, вот, требуете, но как бы, к чему это приводит, ну вот, на мой взгляд, понятно, к чему это приводит. Вот. Приводит это к негативу между вами. Вот. И уходить, конечно, не выход. Уходить. Я рекомендую вам подумать еще вот о чем. Вы говорите, что вы в замешательстве, да, то есть вы в замешательстве от того, уходить ли вам. А почему вы в замешательстве, уходить ли вам? То есть, ну, на мой взгляд, мужчина как бы вас совершенно не слушает. Мужчина к вам относится не так, как вы хотите. Мужчина причиняет вам боль и так далее. Вот. Почему не хотите уходить? С чем это связано? Зачем тогда вы вместе? Зачем мучить себя, детей, там и так далее? Ради чего это? Знаете, какая штука? Вот. Я бы хотел, чтобы вы подумали на эту тему, ну, над этим вот вопросом. Что вас останавливает? От того, чтобы, ну, не уйти. Что вас останавливает?
Ага, как бы конкретно вас, что останавливает. Вот и все. И вот я думаю, что от этого и нужно исходить сейчас, на данный момент. Что вас останавливает от того, чтобы уйти? Вот вы замечательно себе, почему? Вот это и является, в принципе, самым главным. Это и является, по сути дела, основанием для, ну, для выстраивания вашей дальнейшей модели поведения. Понимаете? Вот. Это и является. Это и есть. Но вот если вы не хотите уходить по той причине, что любите, например, своего мужчину, это одно. Если вы не хотите уходить по причине того, что там, ну, например, вы не знаете, куда вам податься или что-то еще, это другое. Но если у вас вторая причина, то значит любви уже нет. Любви уже нет. А если любви нет, то зачем тогда вместе быть? О детях своих подумайте как бы. Просто о детях. Вот каково детям вашим. Вот. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.